О, Блад, привет. О, здорово. Бра. 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 Доверься мне. Новенькая, там Ленка Кошкина из декрета вышла. Сейчас опять про своих спиногрызов рассказывать будет. Я с ней разговаривать трезвая не могу совершенно. Пойдем выпьем. Ой, пописать сходила, как на Эверест забралась. Ой, посмотри, кстати, я штаны не забыла надеть. А то я ног не вижу. И памятник к черту. Я, кстати, беременная. Пчелка укусила. Я так детям говорю. У меня трое их, кстати. А у тебя дети есть? И не получается, да? Ну ничего, сейчас матку на любом 3D-принтере печатают. А у меня у самой матка вот. Отличная, хорошая. Боженька дал. Ой, это что? Презерватив? Лет 10 их не видела. О! Смеюсь. А у тебя есть крем для рук? То, что надо. Чуть не забыла. Это моя кружка. Ты из нее не пей. У меня у младшенького скарлатина. Пойду посикаю. Опять. На рекорд иду сегодня. Ну чего, познакомились? Рит, смотри. Короче, есть два варианта. Да. Выбирай. Вариант А. Мы с тобой поженимся. И вариант Б. Вариант А. Вариант А. Не, давай Б. Там мне лучше. Никакие варианты не интересны. Выбери вариант Б. Мам, я пошла. Ой, Донь, дай поцелую тебя. Сейчас. Я дай поцелую, Донь. Так, а что ты шапку не надела? Ну там не холодно, мам. Зай, ну надень шапочку. Ну, мам. Ну ушки замерзнут. Не замерзнут. Ну шапку нахуй надела быстро, блядь. Я с тобой сидеть не буду, когда ты заболеешь, понятно? Я на двух работах работаю, блядь. Мне сидеть некогда. Ну, мам, шапку надела. Хорошо. Сделай чай. Схуяли, загуляли. Я на работу. Мамочка на работу пошла. И все. Мам, ну пожалуйста. Мам! Алло. Здравствуйте, это передача «Пусть говорят». Вы оставляли заявку по теме «Дети знаменитости». Вы написали, что вы дочь Билана и Лободы. Это так? Да. Отлично. Несколько вопросов для проверки. О-оу. Я знаю точно невозможное... Возможно. Верно. Все люди как люди, а я... Суперзвезда. Она точно их дочь. Скажите, а у вас были интимные связи с родственниками? Нет. А. Точнее, да. Отлично. А. Меняли ли вы пол в 14 лет? Ну, да. Да. Приходите на съемку в этот четверг голая. Но... Мы заплатим 1000. До встречи. До встречи. Светлана, вы чуть-чуть еду идите. Я? Новенька, это эксперимент следственный, ты чё? Ты знаешь, что по еде, которую едят твои коллеги, можно определить, какие они в сексе? По приметам. Ну вот смотри. Салат с тунцом, значит, стоит огурцом. Суп с чечевицей, любит перед сексом напиться. Куриная грудка, каждый вечер секс-минутка. Ну вот почему Наташка с таким грустным лицом все время ходит. По-любому я. Пьешь компот, раскрываешь рот. Гречи и сосиса, маленькая. Зарплата у человека, вот и живет не пойми что. Из фастфуда еда, значит, огромная еда. Я поняла. Можно я свое заберу? О, омлет с помидорами, будешь девка всю жизнь ходить. Почему не в рифму? А с тобой и без примет все понятно. Всем привет, это моя первая неделя занятий по борьбе. Всем привет, это моя вторая неделя тренировок по борьбе. Ассаламу алейкум, это моя третья неделя занятий по борьбе. Продаю приора. Вези меня, мразь! Вези меня, мразь! Я тебе сказала, вези меня, мразь! Мразь! Ты мне не везешь, потому что я мать, да? Ты просто ненавидишь матерей! Мразь! Вези меня, мразь! Мразь вонючая! Вези! Вези меня, мразь! Мразь, я говорю тебе! Мразь, вези меня, мразь! Меня дети ждут! Ты просто ненавидишь всех матерей! Ненавидишь матерей! Мразь! Ты вонючка! Ты кусок говна, ты не человек! Ты мразь! Вези! Мам, светофор красный, сейчас поедем. Доча, поехали уже, а?